Какое-то невероятное количество препятствий было за этот год. В исполнении этого шоу. Опускались руки бесконечно. Но желание увидеть вас, желание поделиться с вами красотой, счастьем, энергией, любовью, вас поддержать, вам сказать, что эти препятствия, эти ошибки порой, они нам очень нужны. Они делают определенно нас сильнее. И не нужно. Женя, не надо. Мне говорят, уж не надо говорить. И я очень хочу сказать вам, чтобы вы не относились к этому как к препятствиям, как к сложностям, как к ошибкам, а относились к этому как к бесценному опыту. Потому что потом, всегда, оглядываясь назад, мы понимаем, что это было так нужно. И я хочу сейчас при вас поблагодарить за все эти трудности, за все эти испытания, потому что они сделали это возможно. Они сделали сегодняшний день возможным. Они сделали меня, нас, сильнее. Эти трудности нужны для того, чтобы мы ценили каждую секунду, каждый миг, для того, чтобы мы понимали. И чтобы мы пробовали и ошибались, и шли вперед, и делали шаг навстречу своей мечте, и делали невозможное, и прыгали выше своей головы! Все своими сделали руками.